Всем привет, дорогие друзья! Июнь месяц, цены Лада Пугачева 32А. Итак, смотрим. Веста СВ Кросс в черном цвете. Комплектация Техно 24. 1.8, 122 лошадки. Вариатор стоит 2 157 800. По допам на 30 тысяч будет. Налитье без противотуманок. Диски тормозные спереди и сзади. Новое поколение. Максимальная комплектация. 4 стеклоподъемника идет. Стоит поясничный подпор. Мультируль. Планшет большой. Лобовое стекло с подогревом. Подогревы сидений. Кондиционер однозонный. Черный потолок. Подотечники есть. Вот. На заднем ряду 3 подголовника стоит. И USB зарядка и 12-вольтовая. Также ковры-самолеты. Следующий автомобиль идем. Веста СВ Кросс тоже в белом цвете. Противотуманочек нету. Глянцевая решетка радиаторная идет. Тоже комплектация идет. Техно 24, 1.8, 122 лошадки. Стоит 2 миллиона 157. Только в белом цвете. Такие арки стоят. Колеса 205 на 50, 17. Фетровые подкрылки в черном цвете. Крыша черная. Плавник тоже. Тонировочка сделана. Красиво автомобиль смотрится. Изнутри точно такой же. Цвет различается. Идем дальше. Лада Гранта, седан, исполнение Club 24. Цвет серебристо-темный. Металлик 1.6, 90 лошадок. Стоит с допами на 21 тысячу 1 104 900. Давайте рассмотрим на литье. Зеркала в черном цвете с повторителями. Здесь у нас 2 стеклоподъемника, регулировка зеркал, аудиоподготовка стоит, пороги, коврики, подогревы сидений, 2 подушки безопасности идут, магнитофон у нас кнопочный стоит, кондиционер, подогрев лба идет за эту цену. Следующая Гранта идет в белом цвете, лифтбэк комфорт 23, 1.6, 90 лошадок. По допам на 21 миллион 53 900. На штампах видим автомобильчик. Все в белом цвете. Давайте взглянем, посмотрим. 2 стеклоподъемника, та же аудиоподготовка. Здесь у нас без подушек безопасности. Есть кондиционер и подогревы сидений. Коврики есть. Дальше идем. В серебристом цвете стоит седанчик Лада Гранта. Не будем мешать покупателям. Комфорт 24, 1.6, 106 лошадок. Серебристый цвет. Стоит 1 087 900. По допам это же самое. На дисках стальных. Фетровая подкрылка. Уже все обработано. Давайте взглянем по внутряночке. Так, у нас здесь 2 подушки безопасности идут, подогревы сидений, ручка переключения в черном матовом цвете, кондиционер стоит, печка. Здесь у нас сиденье ткань, весла они никуда у нас, ребят, не делись за эту цену. Так, вот долгожданная Нива последняя осталась. Легенд в автосалоне, сейчас разговариваю с менеджером. Стоит в белом цвете, на литье. Давайте посмотрим комплектацию. Люкс 24. Так, серебристый платина цвет. 1 096 900. По допам на 80 тысяч. Плюсом еще, ребят, будет. Брызговики стоят, все уже обработано. Зеркала в черном цвете, ручки тоже. Как открываются, закрываются, а-ля 80-е, 70-е. Аудиоподготовки нету. Так, подушки нету. Кондиционер стоит. Подогревы сидений. Регулировки зеркал стоят.
Раздатка, два USB порта, музыки нету за эту цену. Смотрим. Тонировочка стоит. Нива Легенд. А вот, ребят, давайте посмотрим. Сегодня продали Ниву Тревел. Ценник Classic 24. 1 286 900 по допам на 18 тысяч было. Давайте следующий посмотрим. Веста в белом цвете, седан. Стоит по комплектации Life 24. Ледниковый цвет, белый, 1,6, 106 лошадок, пятиступка, механика. 1 632 000 на 30 тысяч по допам. Стоят колпаки. 185 на 65, 15 резина, фетровые подкрылки. Здесь у нас 4 стеклоподъемника, мультируль, подогревы сидений, экран такой маленький стоит, мульти, ручка в черном цвете. А здесь подочечники стоят, аэроглонас, подлокотник есть. На задний диван у нас два подголовника. Здесь заглушка, USB порт, коврики есть, кармашки есть, плавник в черном цвете. Идем дальше, ребят. Следующая весточка идет. Посмотрим. Life 24, 1,8, 122 лошадки. Серебристая, платины, металлик цвет. Стоит 1 890 000 по допам на 30 тысяч. Сигнализация и 25 получается. Ковры, самолеты, багажник, амортизаторы капота, защита картера, защитка сетка, радиаторные решетки, накладки и коррозийная обработка. Литье стоит такое красивое, зачетное. Все в цвет, кроме плавника у нас. Здесь в коричневом цвете глянцевые ручки стоят, мультируль с глянцевой отделкой, вариатор, кондиционер, вверх мягкий идет, очистники, аэроглонас, также все, вещевой охлаждающий ящик. На заднем ряду смотрим, заглушка стоит на центральной консоли и 12-вольтовая розетка. Два подголовника. Давайте, ребят, посмотрим сзади. Здесь ковер-самолет не стоит. Докатка на 15, шумоизоляция, кейс под мелочь, под болты. Кто-то что-то может потерять, кто-то найдет. Для этого и предназначено. Всем пока, дорогие друзья. Кому понравилось видео, ставим палец вверх. А мы едем дальше.